ближайшей деревне к нашему городку. И лес, где мы все время собирали грибы. А за ним большой круг, где папа рыбачил. Мне так больно, что мне прям больно. 2 года или 3 учу 3 песни. И еще не все. Это наше ППП. И пойдем. Мы уже внутри части. Такой наш лес. Не-не-не, пешком не пойду, подвезите меня, пожалуйста. И дорога в городок. Вот, мы едем по лесной дороге в сторону озера, где день рыбака. Мама нас только что обогнала на автобусе. Приехали на озеро. И как раз праздник в разгаре. Вот водокачка. Забраться в нее считалось мастерством высшего класса. По этим заборам в больничку мы бегали, прыгали, ходили. До сюда считалось дойти близко, а дальше уже считалось далеко. Пойти за больницу в ту сторону, это было очень страшно. А внутри этого леса мы строили землянки и палатки. Играли в индейцев. А вот этой асфальтированной дороги и аллеи не было. Там, где гуляют люди, была песочная дорога. И чуть дальше росли самые лучшие в мире опята. А сейчас все изменилось. Вот это я могу сейчас пойти покататься. Заплыв. А? Макаров. Мы уже с... Да. Ты идешь. Кто-нибудь. Ну как водичка? Склизко нога. Прекрасно, прекрасно. А приближать можно? Да вон он уже ходит, уже. Там медведи ходят. Все, я обоссала лямки шорта. Дрожат. Придется останавливаться, чтобы стирать лямки. Придется, ты бери. Не носи. Красавец. Мы находимся в Тетереве. А что купить тебе? Что такое нужно? Хлебушка. Надо тебе хлеба? Так, подумай. Хорошо. Ну так рассказывайте. А что? Мы сейчас едем на Макаров 1, чтобы там покушать ухи. Да уже весь день рыбака закончится, пока мы заходим. Дать ему взятку в виде пивной кружки. Сегодня 11 июля 2009 года. А ты куда уже? Это
мигалкам конец. Наша дорога в городок. Скромный парень, морячок, в шах индиго. Он ходил в игарку в Рио на высоке. Он угощал портовых кошек терпким ромом. Кошки плавились, смотрели и вздыхали. Едь потише! На стекольном заводе белый кренец. Была, кажется. Да, заброшенный стекольный завод белой креницы. Так целуйтесь, что вы стали как эти? Ну, Куликова, ну оно не делается так. Цветок из воды. Да, с жабичьей икрой, все. А вот и мы. Привет. 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 У тебя есть ничего? Нет, блин. Привет. Привет. Куликова, привет. Ну так мы пошли раздеваться, купаться. А что это ты? Ухой нас сразу. Да прям болото, а то вы никогда не видели вашего болота. Мы первый раз с вами. А ну-ка, что у тебя тут за уха? Да-да-да. О, какой крупняк! Как дела? Да, да супер! Вытащите ему. Сань, ждёте стакан? Ищи, что найдёшь. Ну да, я же не буду засасывать. Так, это наш будущий генерал. Так, наша школа. Это директор школы. У нас Шурик Ковадюк. Самый крутой военный в части. Там кто есть? Там что-то закрылся. Чижок? Нет, не чижок. Раньше это была школа номер 177. Что означает? Да. У нас раньше здесь была раздевалка. Все хранится. Так интересно. Да, здесь они в архиве школы, все здесь, все журналы. Все. Что может? Ну да. Тут подождем или пойдем. Там памятник. Так, это наш дом офицеров, а это дом, где я жила. И вон мой балкон. Вот этот дуб, что здесь стоит высоко. Стал мне дороже этих всех берез, и сосен, и осин, и даже кленов. Все потому, что он со мной рос. Здесь 3 года я учила брата Женю лазить по деревьям. Да, и палки, с которых я прыгала с ветки на ветку, уже состарились и облетели. Ротвей. В принципе, у меня пальцы хватит. Перспективно. Да. Ты там с ним останешься. Ну что, можно завинтить. Нет, так я открывал так. Нет, завинтить саморезы, выдернуть, тоже мне проблема. 70. Солнышко. Подожди, я тебе короче вижу и эта самая земляника сидит вот рядом. Ежевика, земляника. А мы идем купаться на озеро.
Ого, уже куда уплыли. Ага. А приближение где? Ой. А я сейчас приплыву. Ай, холодная. Еще как. Плыви. Я плыву. Это местное родниковое озеро, очень холодное. Чувствуешь, тут холоднее даже, чем там? Тут родник выходит. Ага. О, и рыбы плавают, смотри, сколько. Да. Вот. Действительно, родник холодный. Ну, холодно. Холодно. Это нормально. Не только груз. Мои года. Мои года. Мое богатство. Пусть голова моя седа, не только груз, мои года, мои года, мое богатство. В таких лесах еще не перевелась черника. Ягодки вкусные, привкусные. Такие свалки у нас в стране красивые. Это мы в гостях у Лады Лузиной, известной писательницы. А это у них новая чудо-беседка из датской фирмы. Собираются на месте за 5 минут из чудо-конструктора. Ну, получается такая ажурная конструкция. Красивая. Еще есть удивительный чудо-газон, который у меня никак не вырастет. Потому что его надо поливать. Это хозяева. На 23 августа, да. В честь моего дня рождения названы станции метро. Это хозяева, а это мы на вишню сейчас полезем. Кто-то уже притворяется мишкой. Мишки очень любят мед. Пусто. А, да. Тут больше ничего нет. Я просто протягивал бусти лукошко, а он его не видит. Нет, вот там есть, конечно, вон красивая хоменка, куда не дотянешься, да? А ты уже птичка попробуй играть. С тремя лукошками. Нет, видишь, как вон, новогодняя вон, елка. Вон. Да нет, вон, на мой палец смотри. Вон, вон. Да, да. И чуть-чуть ниже. Птичком. Нет, вообще-то нет. Не дотянешься? Ой. Конечно, видно, ты где? Ну, пошевелись. Я вот достала вишенку. И все, больше нет. Все, слезай так-то. Остальное птичкам. Но еще есть вот то дерево. Да, еще то дерево. Кстати, уже... Это Ирпенский мост, звук удаляющейся электрички и луга. Мы гуляем. Это я не замечаю людей. Я не узнала его. Да, он с нами идет. Он нас преследует. Точно. Нам понравилось.
Да, очень красивые. А как же? А лук красивый? Да. И так очень много мусора. А я фотографирую мусор. Снимайте, пожалуйста, на сеточке. Акбар. Можно?